Когда я гляжу на эту фотографию, сразу все вспоминаю. Шла Первая мировая война. Мы были в Галиции. Позиция австрийцев с одной стороны, наши с другой, а в середине колодец. Из-за него-то все и произошло. Место было плоское, выжженное. Перестреливались мы рано утром и вечером. Днем не стреляли, очень жарко было. В то утро одного из наших тяжело ранило, а воды нет. Водовоз наш где-то застрял. А когда солнце так печет, не только раненому, а и здоровому человеку без воды плохо. Кто? Вася. Слушай, Павленко, его надо отнести в мой блиндаж. Слушаюсь. Как ты думаешь, выдержит? Господь его знает, ваше благородие. Очень плохо. Вася. Вася, потерпи. Пить. Сидоренко скоро приедет. Пить. И куда он запропастился? Мается, бедняга. Хоть бы глоток воды. А что случилось с нашим водовозом, узнал только я. Но узнал слишком поздно. Опоздал, ты не сердись. Ведь это фронт, всякое случается. Главное, я жив и здоров и нахожусь в безопасности. Два года уже воюем, и конца не видно. А зачем? Что после войны делать будем? Вот вы, Василий Власович, что будете делать? Я-то закончу университет, женюсь. Ну, а ты? Эх, Василий Власович, хороший вы человек. Не то, что другие офицеры. Вы как будто свой. Все-таки... Что? Да не открываетесь. Не откровенны. Или боитесь? Я не боюсь. Я и сам не все знаю. Не могу понять, что делается. Мы от мира так далеко. Вот тебе легче жить на свете. И проще. Я серьезно говорю. Ты мужик веселый, общительный. Месяц в хомутовке простояли, невесту умудрился найти. Наш Василий Власич шлет вам привет. Война кончится, обещал в гости приехать. Я по вас очень соскучился.
поцелуй малышей. А если балуют, надери уши. До воды два шага, а мы подыхаем от жажды. И верно. Пусть кто-нибудь за водой сбегает. С ума, что ли, спятили? Сразу застрелят. А Вася? Вдруг он не выдержит, а? Он может умереть. Воды. Надо достать воды. Убьют, как собаку, только высунься. Змея и та человеку воды не жалит. Верно говорит, а? А что человеку труднее вынести? Голод или жажду? Человек все вынесет. Все, кроме пули. Кто пойдет? Бросим жребий. Верно. Нарвите бумагу и сверните в трубочки. А где ее взять? Яс. Держи. И мне дай. Дай мне. Дай мне тоже. Давай сюда. Так. Повезло. Василий Власович намедни сказывал, скоро войне конец. Братцы, а Багдасар все письмо пишет. Багдасар, тяни. Успею. Эй, Багдасар. Сказал не к спеху? Как не к спеху? Все уже вытянули. Ага. Раз только я остался, все уже вытянули? Да. Ну, раз я остался. Братцы, дело-то все-таки опасное. Вот только, может, ради Васи. Надо бы все-таки Василия Власовича спросить. Василий Власович ни за что не разрешит. Уговорим. Когда еще водовоз приедет? Да и приедет ли? Дорогая женушка, обо мне не беспокойся. Я в безопасности. Береги детей.
Багдасар. Мы тебе к котелку веревку привязали. Ну-ка дай. Хорошая веревка. И даже крепкая. Да, очень крепкая. Багдасар, пошли к Василию Власию. Если он разрешит, ну что тогда... ж, пошли. Пойдем. А я уверен, что он... Спит. Ваше благородие. Ваше благородие. Василий Власич. Что случилось? Ваше благородие, разрешите пойти за водой. Куда? К колодцу. Вы с ума сошли. В одну минуту убьют. Я этого не могу разрешить. Ведь это же для Васи. Позвольте. Ничего не случится. Он постарается, чтобы его не заметили. Кто пойдет? Пойдет Багдасар. Ваше благородие, пусть идет. Мы умираем от жажды. Разрешите, ваше благородие. Все равно помирать, ваше благородие. Разрешите, ваше благородие. Ваше благородие. Василий Власть, разрешите. Жажда замучила. Будь что будет, пусть идет. Но я ничего не знаю, понял? Понял. А, надо бы веревку немного удлинить. Вы идите, а я сейчас. Идите, идите. А, ваше благородие. Если со мной что случится, пошлите это моей жене. Багдасар, не бойся. Ничего не случится. Я уверен. Ну, будь осторожен. Потерпи, Вася. Ям тут приличных для человека нет. Что за жизнь? Ах, жена, жена, взглянула бы ты на меня сейчас. Хоть одним глазом. Нет, лучше не надо. Я ведь в безопасности. А сердце так бьется. Страшно. Но ничего не поделаешь. Вопрос чести. И ползу. Ползу, а перед головой держу котелок. Наивный человек. Думаешь, котелок защитит тебя от пули? Ну и труша ты, Багдасар. Сейчас мне смешно, когда вспоминаю, как испугался, услышав вдруг музыку. Thank you.
Wie kann man nur so reagieren? Du hast doch gesehen, dass ich Idiot. Die Farbe nicht habe. Почему ты так глупо ходишь? So was. Du solltest doch unbedingt. Не видишь, что у меня нет червей? Втроем играть неинтересно. Йозеф, подсаживайся к нам. Четвертым будешь. Я есть Warum хочу. Denn nicht? Spiel doch ruhig mit. Du merkst gar nicht, wie schnell die Zeit vergeht. А ты поиграй с нами. Время незаметнее пройдет. Глядишь, а босс пришел. Придет, и как в прошлый раз, вместо продуктов и воды, привезет иконы и туалетную бумагу. Ради августейшего кайзера и с туалетной бумагой можно добиться победы. Молчать. Вы меня еще плохо знаете. Разрешите доложить, господин офицер. Я ничего плохого не сказал. Я говорил, что во славу кайзера надо победить любой ценой. Не забывай, с кем разговариваешь. Вы еще узнаете, на что я способен. Вражеский солдат. Эй, Бахтасар, один раз умирать. Ich glaube, er holt sich Wasser. Он, кажется, достает воду. Это враг. Огонь. Не повезло тебе, Бахтасар. Два года продержался, а теперь приходится умирать. Из-за чего? Из-за воды. Ну и судьба. Вы что, не слышали? Огонь! Но он пришел за водой. У него и оружия нет.
Пейте, ваше благородие. Мы успеем. Глотни. Нет. Ваше благородие, вода вся, надо бы еще послать. Я разрешил для Васи рисковать больше нельзя. С той стороны австриец ползет к колодцу. Думаю, значит, у них тоже воды нет. Пойди сюда. Иди, иди. Ну ладно, подожди, хорошо. Ты иди пить воду. Пить, пить воду. Угу. Подожди, подожди. Я его боялся. А теперь он меня боится. Я ему говорю. Слушай, австряк, айкого кунматах, мы оба от жажды умираем, иди попьем воды. Нет, не идет. Болван, если австрияки не стреляли, разве русские будут стрелять? Послушай, говорю, змея и та человеку у воды не жалит. Не понимает. Я ему и так, и этак. А он хоть бы что. А что с него спросишь? Без языки австриец. Их ведь по-нашему не учили. Ну ладно, думаю. Покажу ему, как надо воду доставать. Thank you.
И уродятся же такие. Лавайли. А, хорошо. Хай. Эй, ки... Идите сюда! Все идите сюда! Наливай, наливай. Вот так, на шею, а? Ох, хай, шлавай. Раздевайся, давай, 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 раздевайся. Nein, nein, das ist nicht erlaubt. Ага, лофт, лофт, лофт. Идите сюда! Подожди, подожди. Фаер! Огонь! Wir können nicht schießen. Как огонь? Там же Курт. Befehl verweigern? Идиот. Sehen Sie denn, вы что, не видите, что он предатель? Огонь. Sie werden mich noch kennen. Вы еще меня узнаете. Слушай, кто это стрелял, а? Das weiß ich selber nicht. А, нет, нет. Warum hast du ihn getötet? Зачем ты его убил? Wir wollen ja auch trinken. Он хотел убить Курта. Er hätte bestimmt Kurt umgelegt. Мы тоже хотим пить. Warum warten wir? Die Russen schießen nicht. Чего мы ждем? Los, nimm die Kochgeschirr und Русские не стреляют. Los, komm, los. Русские не стреляют. Пошли, ребята. Убьют. Как пить дать, убьют. Багдасар! Вернись, вернись! Назад! Иди назад! Братцы, глядите, они идут к колодцу. Австрийцы бегут. И правда, ребята, они бегут за водой. Смотрите, выскочили. Василий, ваше Иванович, благородие. Позвольте нам пойти. Разрешите нам пойти в колодец. Бегут они. Ваше благородие. Позвольте. Разрешите, ваше благородие. Ничего позвольте, не буду. Позвольте, Василий Иванович. Позвольте. Thank you.
Благородие, разрешите обратиться. Срочный пакет. Можете идти. Слушаюсь. 16:00. Легко сказать. Осталось всего полчаса. Погляди-ка в зеркальце. О. Хорошо. Good, хорошо. Good, 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 good. После артподготовки сразу же перейти в наступление. 16:00. Меньше получаса. Ребята братаются с австрийцами. Будто война уже кончилась. Братаются. Нет. Надо это прекратить. Это Багдасар. И это Багдасар. А. Yes, Багдасар. 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 Ich heiße Kurt. Kurt. Kurt Багдасар. Ты Kurt, я Багдасар. Я, я, я. Kurt, Kurt. Это жена. Это мои дети. Это я, Багдасар. А здесь будешь ты, Kurt. Ты приедешь к нам в гости. Kurt. Kurt, Kurt. Good. Багдасар, Kurt. Поездом ты приедешь к нам. Я для тебя баран зарежу. Баран зарежу. Вас? Почхар. Вибите? Ай, сенс озируни. Че? Найн. Бэ. Бэ. Ein Hammer. Klar. Я режу барашку. С него снимаю шкуру и луком делаю бастурму. А потом надеваю на шампур. Шампур, не знаешь, что такое, да? Как тебе объяснить, а? Вот, а, нет, нет, а. Вот, а, вот, вот, ага, вот это шампур. Вот я так мясо в отдельности вот так надеваю на шампур, вот так. А потом ставлю на огне, вот так. А вот так надеюсь. Thank you.
Закурим, что ли? Вот сюда. А? Это? Лауна, че? Хороший. Лауна. Спас, 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 подожди, подожди. Спас. Все, чахмаха. Чахмах. Не знаешь, что такое? Чахмах. Огонь, огонь, чахмах. Ну? Спас, спас, спас. На, прикури, капсулу. Ну как, утолили жажду? Ух, довольно напились, ваше благородие. Они ведь тоже от жары помирали. Как коршуны на воду налетели. Это я их уговариваю. Братцы, давайте польем Василию Власичу, пусть освежится. Меня на фотографию снимали. О чем беседовали с австрийцами? Так язык-то мы их не знаем. Только на пальцах и объяснялись. Папиросами они нас угощали. Покурите. Okay. Самсун? Mm. Очень приятно, хороший. Ваше благородие. Моего Астрака Куртом звали. Ребенок у него есть. Хороший парень. Угу. В гости я его пригласил. А моего звали Шульцем. Шурик вроде. Какая невеста у него красивая. Ну что, ребята, разве плохо, когда люди вот так сближаются? Хорошо-то, ну хорошо, Василий Власович, но... Кажись, из штаба, ваше благородие. По местам, скорей! Thank you.
Курить есть, ребята? Что случилось? Дай вы зачем к нам? Сейчас, сейчас. Я курил. Были, что вы на фронте. Австрийцы наши враги. Кто откажется стрелять, тот враг Отечества. По местам! Неприятелю! Огонь! Какому неприятелю? Стреляй сам. Скоты! Сволочи! Я вас научу стрелять! В атаку вперед! Вперед! Павленко! Thank you.
Багдасар. Это кто? Пленный? Нет, это Гурт.